Регулярные занятия спортом тренируют не только тело, но и наш мозг. Вы лучше работаете и меньше устаете. Берем фитбол и приступаем к тренировке. Лягте на пол. Ноги расположите на фитболе. Коленные суставы согнуты под углом 90 градусов. Руки располагаем на затылке, локти немного направлены вперед. На выдохе мы совершаем подъем туловища от пола примерно на 10 сантиметров или ориентируемся на край лопаток. На вдохе возвращаемся в исходное положение. Выдох, скручивание, вдох, исходное положение. Если я чувствую поясницу, я что-то делаю неправильно? Да, вы нарушаете технику упражнения. Поясница на протяжении всего упражнения должна быть прижата к полу, и мы делаем подъем до края лопаток. Поясница не работает. А в каком темпе мы должны выполнять это упражнение? Медленно и плавно. Подъем мы совершаем на выдохе. Вы должны сконцентрироваться на ощущениях, которые испытывают мышцы пресса. Сколько подходов следует сделать? 3 подхода по 25-30 повторений. Виктория, спасибо за креативный вариант выполнения скручиваний. Не забывайте, что, используя различный инвентарь, вы всегда можете разнообразить свои утренние упражнения, которые вам уже, вероятно, наскучили.